Привет! Привет! Вы на канале Мисс Кэти. И сегодня с Катей мы открываем разные сюрпризы для девочек. У нас тут есть такой вот сюрприз Виолетта. Не знаю, что здесь, но написано вроде какая-то конфетка плюс какие-то наклейки или татушки. Такая вот Виолетта. Конфеты там. Там конфеты. Вот такая вот бриллиантина. Тут колечки всякие могут быть. И куколка-земляничка. Что тут по-французски написано? Шарлотте Аукс Фрайсес. Эти все игрушки мы привезли с Катей откуда? Мы привезли с Катей их из Парижа. Эта кукла даже должна пахнуть. Тут написано что-то про парфюмы, арома и так далее. Так, с чего начнем? С конфетки? С Виолетты и конфеты. Давай. Виолетта и конфета. Давай-ка мы ее откроем. Давай, смотри, что там. Ой. Там конфетка на палочке. А что-то есть еще какой-то сюрприз, игрушка, не знаю, наклейка хотя бы. Что-то есть. А ну-ка. Так, дальше пусто. А ну дай мне вкладыши. Сейчас, секундочку. Так, Super Transferts Decoratives. В общем, тут то ли французский, то ли итальянский. Похоже, что это татушки. Да, точно татушки. Это типа так, и вот они. Это их надо вырезать. Что-то как-то... А, вот они. Это их надо вырезать. И можно делать вот такие вот яркие татушки с Виолеттой. И еще с какими-то ее, наверное, друзьями. Так, это татушки. Ой. Давай. Ну, это не чупа-чупс, но конфетка на палочке. Розовый. Может, тоже клубничный? Это у нас земляничка. А конфета будет клубничная какая-то. Или, может, тоже земляничная. А ну. Как пахнет. Это тоже то ли клубничка, то ли земляничка. Вкусно? Была такая. Конфета на палочке такой длинный. Ты в самолете ела такую длинную конфету, да? Да. Понятно. Что мы следующее открываем? Это у нас бриллиантина. Такая вот девочка, у которой всякие бриллианты есть. Где она у нас открывается? Давай смотрим. Ой, в коробочке в такой. Что у нас? Такая вот, такой вот вкладыш. Бывают розовые и серые коробочки, насколько я понимаю. И там целая коллекция разных, может быть, колечек. И что нам попалось тут? Колечко вот такое. Что, одно колечко только, да? В общем, в пакетике нам попалось одно колечко вот такое вот красивое, красное. Так, а ну-ка. О, какое красивое колечко. Катя, а ну примерь. Ой, 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 чуть-чуть большое, да? Ну красивое. Ой, красивое колечко. Просто бомба. Да? Да. Yeah. Вот такое вот колечко у нас. А было оно вот в такой вот коробочке красивой. В розовой, да. Там даже что-то написано. Написано «Бриллиантина». Есть. И у нас последняя на сегодня распаковка куколки, землянички. Она пахнет даже через коробку. Открываем? Да. О, так. Вот наша куколка. Ой, не достается еще. Так, там еще упаковка. Ух, какая клубничка большая. Она, я еще не достал, еще доставать надо. Она еще в упаковке. Дай я помогу. Ага, ты сама справилась, отлично. И что там еще? Еще осталась такая вот расчесочка. О, расчесочка такая тоже, как земляничка. У нее
снимается. Да, снимаются туфельки. А ну покажи-ка мне ее. Так, что это за земляничка? Это такая красивая девочка, красивая куколка, у которой даже снимаются туфельки. На туфельках что нарисовано? Конечно же, земляничка. Так, туфельки снимаются, платье тоже. Так, что у нас? Ножки крутятся, не сгибаются? Так, легонько сгибаются, но я так понимаю, что нет. Так, ручки крутятся и голова крутится. Земляничка очень красивая, у нее какая-то вот шапочка есть. Шапочка, я так понял, что не... Или снимается? Снимается шапочка. Шапочку можно снять, получается. Сейчас не хочу. О, земляничная шапочка, земляничные волосы. И очень красивая куколка, да, Катя? Да. А пахнет? Вот я чуть-чуть снял шапку, дальше что-то побоялся. А ну, может, у Кати получится? Да, я посмотрю, да, я посмотрю, чтобы не доделать беды. Так, что там у нас? Она пришита, Катя. Она не снимается, она пришита. Тут вот есть леска, я не знаю, стоит ли ее снимать вообще. Потому что она пришита очень крепко там. Волосы так уложены, что даже не хотят шевелиться. Вот тут челка эта, склеенные все. Но сзади красиво. Но сзади очень красивая. Пахнет. И расческа тоже пахнет? Да. А ароматная? Ой, какая она ароматная, эта земляничка. Очень вкусно пахнет. Аж хочется ее съесть. Да, Катя? Да. Она такая классная. Да, очень красивая куколка. Все, можно ей делать прически. А шапку, я думаю, все-таки мы потом снимем, да? Да. Там надо ножнички просто. Ставь лайк и подписывайся на канал Мискетти. Всем пока. Пока-пока. А земляничка классная. Все, пошли играться.